Всем привет! Продолжаем знакомиться с описанием картин. Рафаэль. Чудесный улов. Чудесный улов рыбы – одно из чудес, сотворенных Христом. Это первый сюжет серии из 10 эскизов для гобеленов, которые папа Лев X заказал Рафаэлю для Сикстинской капеллы в Риме. Рафаэль нарисовал эскизы, они были скопированы многими ткачами, получили широкую известность по всей Европе. Сведения о жизни святого Андрея после смерти Христа скудны, но, согласно легенде, он совершил путешествие в Россию, проповедуя, совершая чудеса и обращая в христианство язычников. Среди крещенных Андреем была жена проконсула, который, не сумев заставить этого святого поклоняться ложным богам, приказал распять его, привязав веревками к косому кресту, который стал его атрибутом. В сюжете показан чудесный улов рыбы. Согласно Евангелию, Христос посоветовал двум братьям, Симону, прозванному Петром, и Андрею, вновь забросить сети в озеро после безрезультатной ловли, продолжавшейся всю ночь, и призвал их стать ловцами человеков. Они послушались совета, и их сети пришли полные рыбы. Хотя Христос изображен незаметно, сидящим у правого края картины, но именно он является драматическим центром композиции. Жесты Петра и Андрея привлекают к нему внимание зрителя. Вот такое описание нашел в картине «Чудесный улов» Рафаэля. Все, всем пока, всем привет, до свидания.